45-летняя Алла Довлатова продемонстрировала результат похудения. Радиоведущая примерила коллекцию купальников. Накануне Нового года блондинка решила раскрасить ленту своего блога яркими летними кадрами. Алла рассказала, что 2 месяца назад нашла интересный магазин купальников и заказала себе сразу 20 моделей. После примерки звезда оставила себе 6 купальников, однако постеснялась сразу показывать их поклонникам. «Сфотографироваться в них я не решалась, худела. И вот, наконец, осмелилась вам их показать», — заявила сегодня Довлатова в Инстаграм. Радиоведущая устроила фотосессию в бассейне. Звезда по очереди продемонстрировала обновки. Особенно эффектно Алла смотрелась в раздельном купальнике, в красно-белую полоску. Поклонники оценили и фигуру Довлатовой, и ее купальники. «Алла, вы прекрасно выглядите. Все купальники вам очень идут. Милая Алла, вы просто расцвели за последнее время. Вот эта фигура. Молодец, красотка. Как похудела. Алла, вы в отличной форме. Браво!» — засыпали звезду комплиментами. 2 года назад Алла Довлатова родила 4-го ребенка. На свет появилась девочка, она стала 2-м общим ребенком звезды и ее мужа Алексея Бороды. У пары также есть дочь Александра. От 1-го брака радиоведущая воспитывает сына Павла и дочь Дарью. Во время беременности Алла продолжала работать и заниматься йогой. Упражнения помогли ей оставаться бодрой и полной сил. Довлатова раскрыла свой секрет борьбы с целлюлитом. Ведущая призналась, что в этом ей помогает знаменитый душ Шарко. Летом радиоведущая отдыхала с детьми в Крыму. Блондинка назвала враньем утверждение о больной раком Анастасии Заворотнюк.